Привет, ребята, с вами я, Кирилл, и мы сегодня снимаем эту замечательную игрушку под названием Happy Wheels. Начнем с первого уровня. Я понял. Ай. Ого. А чё мне так везёт? Ага, здесь... Не по... А, вот, здесь есть кнопка прыгать, я ее не заметил за запись. Запись я тогда подвину. Ой, там мина стоит. Никого не смущает? Тихо. Так, бежать, ехать. А, тихо. А так тут же нельзя допрыгать. Ночь. Что произошло? Что происходит в этой игре? Финиш. Виктори. Так, идем дальше, ребят. Потерянная рыбка. Немо. Оно вон отцепилось там. Ну, вроде все норм. Пока что норм. Но вот сейчас уже начинается какая-то дичь. Это приезд! А, мне надо было вниз. Тут лифт. Ага. Смотрите, как здесь надо. Здесь на ум игра. Ай, ноги. Ай, мои ноги. Меня оторвало ноги. Нет, я сейчас гироскутер потеряю. Улеть, улети. Лодыжка. Да ну что происходит? Ай. Давайте уже рестартнемся. Телепортация заново сюда. Что ж, ребят, вот я и снова на лифте. Нам смотрите, как надо было сделать. Вот сюда залезть. После этого спуститься на лифт. И с лифта залезть наверх. Это ж гений. Гениально. О, мы нашли Немо. А он меня не загрызет сейчас? Алло. Так, ладно, погнали, следующий уровень. Он третий называется. Пока ничего вроде сложного. Хотел сказать я, и меня убило. Телепортация на вторую платформу. Что ж, ребят, после того, как мы на третьей платформе, надо понять, где можно стоять, и мы не подохли. О, тихо, фух, слава богу. Тихо, ай, 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 ай. Ай, шо, а ты что такое? Сферы, ай, из меня стрелы вылетели, как из арбалета. Все, поехали. Блин, а стрелы ломаются об меня, потому что я сильно твердый. А это что? А, это такие платформы, которые тебя подбрасывают. Лететь! Мне, наверное, сюда? Да ну, попади ж давай. Вернусь, когда дойду заново до сюда. Ребят, я дошел до этого места заново. Надеюсь, я сейчас здесь не помру. Нет, не помер. Виктори! Ура, ребят, переходим к четвертому левелу. Я включил снизу вентилятор. Блин, слоу. Ах вы ж. Тихо. Верните меня наверх. Я хочу поехать в обратную сторону. Тихо, спокойно, спокойно. Ладно, там надо вперед. Блин, что это такое? Что это за желатиновые палки? Так, вот это сложно. Да ну блин! Ух, блин. Ай. А, ребят, вернусь, когда дойду до этого этапа. Что ж, ребят, я снова на этом месте. Вы помните, как я это делал? Надо разогнаться и
прыгнуть. Ай. У меня минус нога, но ничего. Я помню, что здесь надо прыгнуть. Здесь надо тоже разогнаться. А здесь куда? Вниз? Ай! Смотрите, сколько у меня в жопе стрел торчит. Ладно, переходим на пятый. Ребят, меня выбило из игры. Так, нам не вниз. Нам сюда. Я правильно делаю. Все, это мина! Вернусь, когда дойду до этого этапа. Ребят, я снова на этапе с миной. И она меня сильно подбросила. Что я сломал сейчас вот ноги на ваших глазах. И сейчас снова. Меня сейчас под мой же гироскутер затянет. Мне надо перепрыгивать это? Кайф, вернусь, когда дойду до сюда. Что ж, ребят, я снова на этом этапе с миной. И его на этот раз я перепрыгну. Здесь нам тоже надо перепрыгнуть, желательно. В прошлый раз у меня не получилось, а в этот раз получилось. Тынц. О, платформа, которая меня подбрасывает. Еть! Фух, слава богу, я успел остановиться. Лететь. Я что творю? Вернусь, когда до этого этапа дойду. Ребят, я снова на этих летающих ножиках. Я устал до них доходить. Честное слово. Потому что я очень много попыток потратил, чтобы до них дойти. А они поднимаются. Ладно, все норм. Пока что. Все кайфово. Блин. Сабвей, все. Ай. Вернусь, когда дойду до сюда. Ребят, еле как, но мне удалось это сделать. Так, я не понимаю. Может, у меня получится? Считаем, ребят, что мы прошли. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и всем удачи. Адиос!